Здравствуйте, меня зовут Роман Мирошкин. Я клинический психолог, сертифицированный специалист по краткосрочной стратегической терапии, преподаватель, ведущий практики магистерской программы Высшей школы экономики по системной семейной терапии. Я представляю вашему вниманию и хочу познакомить с тематическим блоком «Введение в клиническую психологию». Он входит в модуль по семейной психологии и психотерапии. Из этого курса вы узнаете, зачем помогающему специалисту знания по клинической психологии, какие направления существуют в клинической психологии, что они изучают и чем отличаются, как определяется симптом в семейной психотерапии, психосоматика, что это такое и какие психосоматические расстройства бывают. Для кого же будет интересен этот курс? Прежде всего, для начинающих и практикующих психологов, психотерапевтов, педагогов и специалистов, работающими как с детьми, так и со взрослыми, а также для всех, кто интересуется психологией и хотел бы расширить свои знания в области психопатологии. После курса вы сможете различать психопатологические состояния, определять функцию симптома в семейной системе, использовать клиническую картину болезни при работе с клиентом, а также выделять эмоциональные и поведенческие нарушения как у детей, так и у взрослых. Наше обучение будет проходить в онлайн-формате. Вы сможете получить хорошо структурированную информацию. Появившиеся актуальные вопросы мы обсудим сразу по ходу занятий, а также разберем клинические случаи из практики. Спасибо за внимание и всех, кого заинтересовал наш курс. До встречи на наших занятиях.